развлечение, любить экстрим, и все это, наверное, будет. Я думаю, что здесь сейчас было очень много людей, которые могли бы отправиться в экспедицию. Самое главное – это желание, потому что все, что мы видим вокруг нас, рождено было из одного желания. Только одно мечты – куда-то добраться, чтобы сделать что-то, создать. Then I'll push too deep and I'll fall right back to you. Cause you are the peace. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо компании Arctic Track, которая предоставила автомобили. Мне бы хотелось выделить и сказать огромное спасибо Владу Минину, который вел этот проект и организовал это шоу. Мне хотелось бы выразить огромную благодарность компании «Крепость». Это первопроходцы Arctic Track в России. Мне бы хотелось выразить благодарность клубу 4x4, которые предоставили нам маршалов. И в той ситуации, которая экстремальная, некоторые говорят, это было специально придумано. Нет, это была обычная такая экстремальная ситуация. Они помогли, как профессионалы, выйти из этой ситуации. Мне бы хотелось отметить всех моих работников, моей команды. Вы представьте, весь этот день, мороз, и вчера они собирали все эти препятствия своими руками. Огромное спасибо. Они создавали сегодняшнюю атмосферу и помогали проходить вам эту дистанцию. Ну и, конечно, благодарность нашим клиентам, которые, несмотря на то, что на улице сегодня 30 и ниже, выделили время и приехали к нам. Всем огромное спасибо. Удачных выходных. Приходите к нам в гости. Мы всегда вам рады. Мы любим вас и уважаем. Вы наши клиенты на всю жизнь. Спасибо. Спасибо вам за столь теплые слова. Друзья, конечно, встретились буквально несколько дней назад, буквально, может быть, там, дня 4 назад с Владом, мы и представить не могли, что эту субботу мы проведем именно таким образом. Вы знаете, в этом человеке есть какая-то дикая природная магия. Он действительно заставляет нас вылазить куда-то и сотворять такие вещи, которые, ну, сидя на диване, ты даже не подумаешь. И мне кажется, это достаточно важно, потому что сегодня действительно каждый из нас живет своей обычной жизнью. День похож на день. А что дальше? Ночь, где иногда как, не похожа на ночь. Где и когда мы берем и проявляем себя? Где, когда мы показываем, что мы, в конце концов, не какие-то заплывшие жиром жители города, мы настоящие люди, настоящие мужики. Вот здесь сегодня была возможность посмотреть и показать. И знаете, у каждого из вас есть такая возможность. Вот Влад как раз нам это демонстрирует. Влад, да? Спасибо тебе большое, что ты нас взбудоражил. Спасибо тебе, всех, что всех ты смотрел, нас, да? Вытащил. Да. И мы надеемся, мы надеемся, мы как амичи надеемся, что это мероприятие ты не забудешь. Нет, никогда. Поэтому, потому что я уже здесь не первый раз, а не первый раз в Омске, не первый раз именно здесь, в этой точке. Всех этих людей, которые стоят сейчас здесь, я практически видел, лично знаю. Они мне неоднократно помогали, и помогали в том числе создать этот прекрасный проект «Arctic Express» в Омске. Я очень надеюсь, что кто-то из мечей, в том числе из группы 4x4, принял участие в экспедиции на север при принятии машины «Arctic Express». Вот, поэтому всем спасибо большое, что вы пришли. Мы очень надеемся на то, что вам понравилось наше мероприятие. Вам было весело, прикольно. Ну а сейчас будет салют. Пали!